Евгений Пермяк. Самое страшное. Вова рос крепким и сильным мальчиком. Все боялись его. Да и как не бояться такого? Товарищей он бил, в девочек из рогатки стрелял, взрослым рожи строил, собаке Пушку на хвост наступал, коту Мурзею усы выдергивал, колючего ежика под шкаф загонял, даже своей бабушке грубил. Никого не боялся Вова, ничего ему страшно не было. И этим он очень гордился. Гордился, да недолго. Настал такой день, когда мальчики не захотели с ним играть. Оставили его, и все. Он к девочкам побежал. Ну и девочки, даже самые добрые, тоже от него отвернулись. Кинулся тогда Вова к Пушку, а тот на улицу убежал. Хотел Вова с котом Мурзеем поиграть, а кот на шкаф забрался и недобрыми зелеными глазами на мальчика смотрит. Сердится. Решил Вова из-под шкафа ежика выманить. Куда там? Ежик давно в другой дом жить перебрался. Подошел было Вова к бабушке. Обиженная бабушка даже глаз не подняла на внука. Сидит старенькая в уголке, чулок вяжет, да слезинки утирает. Наступило самое страшное из самого страшного, какое только бывает на свете. Вова остался один.